Делал квест подстава. Ой, боже мой. Ну что, считаем, через сколько мне залетит в голову. Ты тупица. Убийца ботов где? Просто шапка-ушанка, она все притягивает. Ей вообще насрать, она все тянет на себя. Шапка-ушанке вообще насрать. А противнику, который притягивает, ему похеру, какой у тебя там броник там на тебе. У него шапка-ушанка есть. За противника играет шапка-ушанка. Вот с таким, вот тут с хитбоксом. Да, конечно, реально. Конечно, реально. Это специально сделано, чтобы, ну, чувак кайфовал, выполняя квест. Вообще похую. Вот такой должен быть рейд, понимаете? Вот такой вот должен быть рейд, а не то, что, блядь, то... Опять ствол, опять баг. Ствол опущен, все ништяк у пацана. Ствол опущен, все ништяк у пацана. Чё-то не то я сказал, ребята. Чё ж ништяк, когда ствол-то опущен? Это ж не ништяк, нихера. Привет, Бобси. Да, пакет на голову пойдет, как в том фильме. Брат, я для тебя займусь. Какую группу ты уважаешь? Ну-ка быстро ко мне говори. Киркорова! Пугачёву! Старика, понял. А хорошо, что у меня 20-ка была, пацаны. Отличный рейд. Ребята прям очень метко стреляли. Зеленый монитор, зеленый, вот и я зеленый за орду. Локта, за орду. Локта рогар, пацаны, сука. Ну они жестко атаковали по ногам, сучары. Ну конечно же они без ПНВ, ребята, они великолепно видят без ПНВ. Таким ребятам ПНВ не нужно. Это мне так ксюхи захерячили, ребят. Ну, кто нас замансил. Пацаны, вы мне чуть это не испортили мой рейд. У меня квест проходник. Проводник. 38-47. 10 брони снял. У меня ж 5 класс, дядь. Да, булки расслаблять вообще нельзя никак. Вам спасибо за файт, ребят. Ну, чуть сходи, говорит, безопасно будет. Ну-ну. Ксюха просто ван лав. Догнал и уничтожил. По-моему, хороший рейд.
Как типов убивал, походу, штурмана его убили, сука. Пускай пацан живет с машинкой. Никогда не сдавайся, чат. Вот был, нет, это был ЧВК. Это был пацан с Мосинкой, которого я оставил в живых. Сказав, пускай живет, пацаны. Не хотел его убивать. Это моя доброта меня, короче, ну, вы понимаете, да? Что такое доброта? Зак, берите. Почему не сдох? Вот глаздастый, я увидел же меня. Вот это косяк БПМа, то что, блядь, на 100 метров, как бы, ну, лотерея. Где он? Что делаешь? Нихуя не делаю. Броня не пробита. Как он выжил? Да, жизненно важный орган не задет. Мне прилетело в голову. Я сяду в то же самое место, чтобы мне еще раз прилетело. Да, братан? Взял бы, вышел, блядь. Вот что-то остался здесь, чел. Уже был на выходе, нет, блядь, отошел от выхода. Сейчас типа убью его. Ну что, убил ты? Что за люди, а? Столько бегать по лесу, ни хера не полутать. Ну, наверное, подумал, типа, что я типа теряю, ничего не теряю. Тип прибежал, сейчас его завалю. Завалил. Пробегал он здесь. Сейчас для меня остался. Когда он нашел? Под шумок сейчас можно под самолет подойти ближе. В смысле? Я убил того типа! Я того типа убил! Да ладно, я того типа убил, оказывается. Охереть просто. ЧВКшника завалили, прикинь, на моих глазах. Просто жесть, боты, что творят. Я сначала не понял, что произошло. М700. Нормально его снайпер прижрел. Да видно, они куда-то шли, и их видно снайпер кента бахнул, видите? Хардкор после капа, я так понимаю. Что тебе нравится вайп? Слушай, ну прикольно то, что стрелочки появились, интерфейс новый. Правда, пока я еще не пользуюсь им. Привык к старому интерфейсу. Лечение появилось, можно теперь выбирать, какую часть тела отхилить первой. Очень удобно. Как для вайпа, откровенно не катит? Да конечно, ребята,
мы ожидали большего. Не нужно было им выкатывать дорожную карту. Они первую дорожную карту выкатили, все губу раскатали, а потом обратно закатали, потому что вышла вторая дорожная карта. В итоге, короче, в теории одно заявили, по факту получилось другое совершенно. А получилось откровенно слабое. Вот если бы они это все не заявляли бы и выкатили патч, было все нормально, как обычно. Зачем было заявлять то, что не сделаете? Вот это проблема. Пацан, ну вот трупы как бы. Мехвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Не пробил. Ксюха просто это в анлап. Бля, мне этот пулемет не нравится. Он странно. Бля, Ксюха, конечно, уничтожает, ребята. У меня эти патроны закончились. Алло, прием, гараж. Сюда иди, говорю. Зачем? Леща дам тебе зачем? Куда? Леща тебе дам. Приходи за мной. А ну-ка, где ты есть? Алло. Еще и бир оказался, ебать. Ну что, пацаны? Готово, чат? Готово. Какой смысл жизни 42? Ну что получается? Мы первые, наверное, в СНГ сделали 42 уровень. Получается так. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайк и напишите комментарий, как вам. А также прошу заглянуть к нам в социальные сети, там много полезной инфы по игре, и мы первые в СНГ публикуем новости по Таркову. Также, если хотите поддержать монетой, добро пожаловать на Boosty. Спасибо за просмотр, и увидимся в эфире на VK Play и Twitch.